отель Club Президент категории 3 звезды. Представляет собой одно основное пятиэтажное здание и комплекс двухэтажных бунгало в арабском стиле. Всего 360 номеров. Расположен условно на второй линии через дорогу от пляжа. На первой линии стоит аквапарк, в который вход для гостей отеля бесплатный. Есть бар на системе «Все включено». Отель находится между городами Хамамет и Набуль на расстоянии от них примерно в 6 километрах. Рядом есть магазины, кафе, рестораны и другие отели. Русскоговорящего персонала нет. Wi-Fi бесплатно есть в холле отеля и в некоторых номерах главного корпуса. На территории отеля расположен большой магазин, в котором можно купить все необходимое для отдыха и сувениры домой. Территория отеля большая и зеленая, но не совсем чистая. Есть множество пальм и цветущих растений. Есть два бассейна, один возле главного корпуса, другой в зоне бунгало. Тренажерного зала нет, но есть два теннисных корта с твердым покрытием, бесплатно. Настольный теннис, мини-футбол, мини-гольф, волейбол, уроки танцев, дискотека. Для развлечения гостей работает команда аниматоров. Для детей есть два детских бассейна, мини-клуб с 4 до 12 лет, анимация, мини-дискотека, игровая площадка, детские кроватки, детские стульчики в ресторане, но нет детского меню. Пляж очень широкий и просторный, из чистого песка. Вход в море пологий. Есть кафе на пляже, но оно платное. Зонтики, шезлонги, матрасы на пляже бесплатно. Пляжные полотенца выдаются под депозит 20 динар. Отель Club Президент работает по системе «Все включено». Завтрак, поздний завтрак, обеды, полдник и ужин. Питание хорошее для трех звезд, но в столовой грязно и большие очереди за едой. Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства подаются в ресторане и лобби-баре. Есть платный а-ля карт ресторан. Номерной фонд в отеле Club Президент состоит из номеров категории Standard Room в главном корпусе и Бунгало. Посмотрим номер Бунгало, в котором есть совмещенный санузел с ванной, фен. Номер состоит из одной большой комнаты с двухместной кроватью и двумя дополнительными местами на максимальное размещение 4 человек. Номер оборудован телевизором, кондиционером, есть терраса или балкон, холодильника нет. Есть платный сейф за 2 динара в день. В главном корпусе расположены номера стандарт. Номер состоит из раздельного санузла с ванной и феном. Балкон с пластиковой мебелью. Вид возможен на сад, на бассейн, на здание, на улицу или частичный вид на море. Номер состоит из одной небольшой комнаты с двухместной кроватью. Возможно установить дополнительные кровати для размещения до 4 человек. Номер оборудован телевизором, кондиционером. Холодильника нет, но есть платный сейф. Отель Club Президент подойдет для экономичного семейного отдыха. Плюсы отеля – это отличное море и чистый пляж из белого песка. Большая зеленая территория, хорошая анимация, есть аквапарк. Минусы. В отеле на выходных очень много алжирцев. В столовой грязь и очереди за едой.